Я очень благодарна, что я хоть что-то смогу сделать для этих детишек, потому что у меня, когда я начинала, у меня не было такой возможности. А такая огромная сцена, такие звезды гениальные, потрясающие. Поэтому я очень рада, что не только я, а вся моя команда, мои коллеги, мы все вот так вот сплоченно делаем что-то, чтобы порадовать этих детей, сделать праздник музыки. Мы этому очень рады. Порой до сих пор существует стереотип. Стереотип такой, что люди с ограниченными возможностями здоровья, они не такие, как все и так далее подобное. Как раз фестиваль «Белая трость» – это огромный серьезный шаг к тому, чтобы разрушить этот стереотип. Я хочу, чтобы все понимали, что люди с ограниченными возможностями здоровья, они такие же люди, как и все, они имеют право жить, работать, учиться, петь на сцене, воспитывать детей и так далее. С нами, например, Министерство образования нам очень помогает и поддерживает, и как раз Общественная палата тоже, за что я очень сильно благодарна, конечно, вам всем, дорогие мои коллеги замечательные. В целом государство очень многое делает на сегодняшний день. Мы тоже должны все сделать для того, чтобы в нас поверили. Мы не должны никак опускать руки и, в общем-то, доказательство этому всему – это мои потрясающие, талантливые юные артисты, которые приезжают к нам на фестиваль. Я очень благодарна Богу и судьбе, что я осуществила эту мечту. Это была моя мечта – осуществлять мою мечту, чтобы осуществить мечту других детей, родителей. Это очень важно, поверьте мне. Дорогие друзья, я вас всех приглашаю 12 октября в Крокус Сити Холл на фестивале «Белая трость». Начало в 19:00. Мы с нашими детками будем вас ждать. Мы будем рады, что вы будете рядом с нами в этот важный момент в нашей жизни.